Карагандинские экологи просят обратить внимание на вторичное загрязнение реки Нуры ртутью. По словам экозащитников, несмотря на проект по очистке реки и заявление местных властей о том, что все очаги устранены, вода в водоеме по-прежнему угрожает жизни и здоровью населения. За 47 лет работы Темиртауским химическим заводом в воду были сброшены тонны ртути. Специалисты отмечают, ядовитый металл обнаружили даже в грунте близ лежащих сел. Сама очистка Нуры о ртути была проведена больше 10 лет назад и обошлась бюджету в миллионы долларов. В том числе туда были направлены заемные средства Всемирного банка. Но проблема так и не решена. Экологи уверены, территорию очистили плохо. Самые грязные места – это возле села Чкалово и у Красных скал. Там люди продолжают купаться и ловить рыбу. Независимые экологи отправили пробы грунта и донные отложения реки в Чехию на исследование. По результатам экспертизы обнаружены высокое содержание ртути в воде в тех местах, где уже проходила очистка. Наши корреспонденты из региона следят за ситуацией. Министерство экологии, мы отправили запрос о том, что вот, описав всю ситуацию, что было загрязнение, потрачены огромные деньги, провели мы контроль, обнаружили, что вроде бы не почистили, государство собирается принимать меры или нет. Но, к сожалению, мы не получили никаких содержательных, вразумительных ответов. Была отписка, что принято к сведению, к рассмотрению. Пока ничего. Тупик.